Мусина Амина Адигамовна. Родилась в 1921 году в селе Зерган. Призвана на фронт Кургазинским РВК 24 июня 1941 года. Старшина медицинской службы. С ноября 41 по октябрь 43 операционная сестра отдельного медико-санитарного батальона 179-й стрелковой дивизии 41-й армии Калининского фронта. Награждена орденом Отечественной войны второй степени, медалью «За отвагу». Демобилизована 15 октября 1943 года. Из наградного листа 10 сентября 1942 год. Мусина Амина Адигамовна в медсамбате 179-й стрелковой дивизии работает с 3 октября 1941 года. За время работы показала себя дисциплинированной, исполнительной, исключительно трудолюбивой. В дни наплыва раненых, работая вместе с врачом, младшая операционная сестра товарищ Мусина по трое суток не отходила от операционного стола. Своей самоотверженной работой по подготовке инструментов, белья и медикаментов товарищ Мусина обеспечивала высокопроизводительный труд врачей-хирургов. В дежурство товарищ Мусиной всегда все подготовлено, все предусмотрено для любой операции. С половины апреля до второй половины июня товарищ Мусина работала вместе с врачом Шаровым на ПМП. И там, под минометным огнем противника и воздействием вражеской авиации, товарищ Мусина вместе с врачом оказывала квалифицированную хирургическую помощь, приняла участие в 312 операциях в непосредственной близости от передовой. Достойна правительственной награды медали «За отвагу».